Лети, Сюнин. Вспомнит ли Альфреда столь давнюю любовь? Вспомнил бы я. Сюнин, укажи путь. Thank you.
крайний дом в Мелдоне. Альфреда должна жить здесь. Кого-то прервали во время готовки. Похитили? Пришлось бежать? Вторая кровать. Альфреда живет не одна. Вода из ведра на полу. Кто-то очень спешил. Оставь меня, убийца! Вы схватили сестру! Этого мало? Тихо, мальчик. Я не с ними. Пришел поговорить с твоей сестрой. Дан в Эссексе? Думал, сегодня меня уже ничто не в силах удивить. Как тебя зовут? Элорик. И я глава семьи. Кто ты? И что тебе здесь нужно? Я ищу твою сестру по просьбе одного человека. Кого? Мы бедны, и моя сестра уже слишком стара, чтобы выйти замуж. Ты не знаешь, где Альфреда теперь? Она вновь ждет приговора. Ее держат в Брентвуде, к западу отсюда. Я приведу ее в дом у озера к северу. Жди там, если хочешь. Если вернешь ее, я приду. Thank you.
Не стоит привлекать внимание. Расправь крылья, Сюнин. Не так близко. Да что тебе надо? Пришел твой час!
открыть, только с той стороны.
уж так, что ли? Не выйти! Ты заплатишь!
стилю, да? Эй! Стреляй в эту сволочь! Сейчас ты сдохнешь! Должны узнать. Накину капюшон. Ты умрешь, внука!
Покажи мне. Вот и любовь Бирстона Альфеда. Они ее не сломили. Нужно будет найти ключ.
Скотина трусливая! Все вместе! Thank you.
тяжело, делай как я. Нужно накинуть капюшон. Тебя ждет адский огонь! Умри! Да. Нет! Нет! Ключ от клетки Альфиды. Ты точно не из них. Тише. Я спасу тебя. Не могу идти. Лодыжка. Они были грубы. Я тебя понесу. Ты отважился спасти меня? Кто ты? Я друг. Элурика? С мальчиком все в порядке? Не твоего брата. Меня послал тот, кто хочет возобновить вашу дружбу. Мы скоро придем. Слава богу! Ты в безопасности, сестра! Мне больно. Нежнее. Почти пришли, не бойся. Отдохни. Уже скоро ты встанешь на ноги. Альфида, ты ведь цела? Этим жалким молокососом меня не сломить. Избить ребенка за кусок хлеба. Я им такого не спущу. Мерзавцам плевать, что мы голодаем. Элурик, такова жизнь. Мир жесток к тем, у кого не хватает сил за себя постоять. Альфида, поговорим наедине? У него добрая душа, но без отца в семье он чересчур изнежился. Ты растила его одна? Что стало с вашими родителями? Когда ему было 3 месяца, их унесла чума. Никому не нужна девушка с ребенком на руках. Твой черед. Что тебе от меня нужно? Я здесь по просьбе Элдермана Бирстона. Его любовь к тебе не угасла. Любовь? Милый Бирстон, он не забыл. Верно. Порой и я о нем вспоминала.
Но я заботилась о брате, и мечтать было некогда. Альфида, он думал лишь о тебе. Его жена возвращается на родину, и он просил найти тебя. Но что из этого выйдет? Я простая женщина и только. Он ведь элдермен. Господь, помоги мне. Я дам ему шанс. Как можно отказать? Боже. Его нужно лишь позвать. Разожги костер, и он сразу прискачет сюда. Элурик, подойди и сядь. Мне нужно кое-что рассказать. Мой нежный яблоневый цвет. Ты ли это? Да, я. Хоть морщинки и появились у глаз. Они блестят столь же ярко, как и прежде. Эйвор все тебе рассказал? Да, все. Ты согласна, любовь моя? Мое сердце замерло. Не спеши, Берстон. Поторопишься, и угли прежней страсти совсем угаснут. Верно. Какие мудрые слова. У нас будет вся жизнь на то, чтобы исправить ошибку. Надеюсь, мы справимся раньше. А этот юноша Элурик, брат Альфиды. Приветствую, мой господин. Для тебя я Бирстон, и только. А ты вырос крепким. Сколько тебе? 19 лет. Бирстон, другой родни у меня нет. Хочешь, чтобы я осталась, прими его тоже. Бирстон, часть уговора выполнена. Вернусь, когда закончу со второй. Значит, мы покидаем Мелдун? Да, мальчик мой. Чтобы жить со мной в Колчестере. Может, я научу тебя охоте? А пока, Элурик, советую тебе подольше погулять у озера. Пусть наслаждаются друг другом. Пора заняться похищением в Колчестере. Милый Бирстон, не могу поверить, что ты не забыл обо мне. Альфида, я всегда думал лишь о тебе.